«Пою тебе, моя Россия». Под таким названием 2 июля состоялся концерт Антонины Торгашовой и Народного ансамбля русских народных инструментов «Заигрыш». Мероприятие проводилось в рамках Года культуры. Антонина Васильевна обладает голосом лирического сопрано. В ее репертуаре много русских народных песен, романсов, произведений оперной классики под аккомпанемент концертмейстера Ольги Анфиногеновой. Хотя Антонина Васильевна имеет экономическое образование и долгое время работала бухгалтером в Удомельском Сбербанке. В 1998 году она стала дипломантом 2-го всероссийского конкурса вокалистов в городе Сергиевский Посад. За большой вклад в развитие вокального искусства Антонина Васильевна неоднократно награждалась дипломами, почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Удомельского района, профсоюзного комитета Калининской атомной станции и Тверского государственного областного дома народного творчества. И в этот торжественный вечер Антонине Васильевне вручили почетную грамоту главы города Удомля за высокий вклад в развитие русской национальной культуры, популяризацию русской словесности и русской песни, которая формирует бесценные нравственные идеалы и любовь к родине. Лирической ноткой концерта стало выступление удомельского поэта Виктора Половинкина, который прочитал стихи Александра Пушкина. В концерте принял участие народный ансамбль русских народных инструментов «Заигрыш», в составе которого творческие работники районного дома культуры под руководством Светланы Бочаровой. Дружный коллектив успешно выступает на сценических площадках города Удомля и Удомельского района, принимает участие в фестивалях, конкурсах и праздниках за пределами района. Народный ансамбль русских народных инструментов «Заигрыш» неоднократно становился лауреатом всероссийских конкурсов творческих коллективов.